Мы располагаем новым подробным видеорядом по расследованию мошенничества в особо крупном размере, связанного с реализацией проекта «Зеленая химия». Об этом преступлении патрульная служба рассказывала накануне. По версии следствия, не позднее 2015 года в рамках реализации проекта «Инжиниринговый центр «Зеленая химия» руководители компаний нескольких обществ вступили в сговор при проведении аукционов и конкурсов на закупку оборудования и оказание услуг, обеспечивших их победу и заключение государства. Контрактов. При реализации проекта между высшим учебным заведением города Твери и одним из обществ был заключен договор, согласно которому общество обязуется передать центрифугу производство определенной фирмы стоимостью свыше 10 миллионов рублей, однако в период с ноября 2015 по июль 2016 года было организовано приобретение бывшей в употреблении центрифуги иной марки стоимостью чуть выше 1 миллиона рублей. С указанием на табличке корпуса центрифуги заведомо недостоверных сведений о производителе, о серийном номере и времени его производства, после чего данное оборудование было поставлено в высшее учебное заведение и оплачено по указанному договору. Кроме того, лицами обществ организована поставка в высшее учебное заведение хроматографического комплекса низкого давления стоимостью порядка 3 миллионов рублей, конечная стоимость которого умышленно завышена до 8 миллионов 780 тысяч рублей посредством совершения фиктивных сделок купли-продажи комплекса между подконтрольными и аффилированными между собой обществами. Также в рамках проекта по созданию и развитию инжиниринговый центр «Зеленая химия» производились выплаты сотрудникам научно-исследовательского института, которые обманным путем присваивались его руководителям, в результате чего были похищены денежные средства федерального бюджета в сумме свыше 4 миллионов рублей. Напомним, уголовное дело расследуется в региональном следственном комитете по материалам, предоставленным УФСБ России по Тверской области.